Итак, Seven Days to Die. Игра про зомбаков, про выживание в мире зомби, в мире апокалипсиса. Игра очень интересная, здесь развита система крафта. Игра находится на iPhone. Тестирование, ну как все в принципе уже игры сейчас успешно продаются. То есть такая наша реалия. Если раньше был бета-тест, все игры перед тем, как продать, тестировали, то сейчас продают. Я даже половину, я только знаком с игрой. Здесь мы наблюдаемся с голой жопой. Сейчас покажу, вот как мы сейчас выглядим. Вот, у нас ничего нету, кроме рук. Нашего тела. Сейчас мы нарвем травы. Делаем инструмент. Первый инструмент, который мы отведем. Вот эта штука называется хлопок, из него можно сделать ткань. Хлопок тоже не нужен. Где нам нужен, потому что из ткани мы можем сделать себе это дело. Так, я хочу пойти на юг. Так, это значит кто будет. Там чудо какой-то был, мне еще не нравится. Это гнездо. Здесь я еще не знаю. Теперь мы должны не удивляйтесь, как собирать классическую версию. У меня, кстати, нет. Я ссылку на описание. Он добавляет различные удобные штуковины, которые почему-то разработчики не сочли сделать, по-моему, не знаю. То есть у нас сейчас показывается состояние голода, холода и силы на экране. Наши голоди с атакованием пусть поможет еще немножко упрощенная система изготовления стрелок порока добавляется сразу же. Ну как бы я ничего не имею против того, чтобы при крафте стрел получалось их чуть больше. Ведь при крафте я понимаю, плохо не получается. Вот сейчас мы получили скилл. Увеличение скилла. Но это тупорый скилл, который мне ничего не делает, потому что он с помощью лопы развивает. Может быть еще его сделать, например, адекватно. В данный момент он... Ну типа, если ты решишь по щам надавать зомби с голыми руками, то у тебя будет преимущество. Так, мы сейчас возьмем камни и сделаем наш первый инструмент, топорик. Так, это мы берем 2 минуты, а топорик возьмем. Так, на топорике написано единица, что это значит? Это значит, что мы можем крафтить вещи с качеством единичка. Мы сейчас нарубим много дерева. В принципе, основная задача сейчас крафтить, крафтить, крафтить. А, потому что здесь реализована система крафта, и система крафта такая, что при крафте прокачиваются наши скиллы при изготовлении чего-либо. Допустим, изготовление стрелок порох, мы будем прокачивать изготовление, по-моему, оружия всего. При крафте, вот, допустим, топоров, мы будем прокачивать изготовление качества вещей. При обыске различных нычек, мешков, всяких там, сейфов, чего угодно, что нам будет попадаться, трупов в том числе. Мы будем прокачивать скилл scavenger, то есть на поиск всякого лута и быстрый поиск лута. Там олень бегает, но пока я буду его убивать. Хотя нам нужно потом будет кого-нибудь замочить, чтобы добыть кожу, чтобы сделать первую кузницу, где мы будем плавить всякие штуки. Но мы будем плавить тогда, когда мы найдем место под дом. Потому что кузницу с версии 13.6 лучше ставить там, где нас задержится надолго. Потому что
мне ее очень трудно потом вытащить все. Вот. Я начинаю рассказывать, и сразу, блин, куча мыслей про игру ЖК, который у нас. Так, лук мы сделаем тоже. Он нам понадобится поставить максимум, мы можем сделать, потому что у нас закончился камень. Систему крафта улучшили, я думаю. Ну, не знаю, мне она больше нравится, чем предыдущая система крафта. Да, что хотел сказать. Деревья лучше, ну, деревья, там, всякие небольшие кустики лучше пилить до конца. Потому что, когда вы его допиливаете до конца, вам, вот, сейчас я получаю по 4 с каждого удара дерева. Но в конце последний удар, который срубит дерево, он добавит нам целую кучу. И нам надо камни нарубить, пока я не забыл, а то можно остаться без топора. И потом придется искать где-нибудь камни среди зарослей. Так у нас будет все с собой. Лук возьмем. Делаем стрелы. Все, что у нас есть сейчас. Будет сейчас еще больше. Я вообще хотел бы, конечно, резнуться в пустыне. Пустыня — это очень хорошая штука. Там есть кактус. Кактус дает траву. И плюс еду дает еще. Крафтится тоже. Дает траву и еду. Потому что траву вот так вот просто замучишься собирать. Трава нужна для крафта топоров. Для крафта топоров нужен еще камень. И если камень мы можем нарубить, найдя вот такие вот здоровые бугаганы, которые имеют 300, то траву приходится каждую рвать индивидуально. Ну вот как сейчас. Не рвать, а рубить. Ну или руками рвать. С камнем, кстати, та же самая история, что со всем остальным. Когда камень закончился, я получаю, он сразу плюс 12 камней получил. Берем лук и валим на север. Сколько у нас камней? 98. Ну, так. Север, на юг. Так, настройки у меня, по-моему, 100% лут стоит. И средний резб зомбиков. Зомби у меня не бегают. Я их боюсь. Собаки у меня включены пока. И пчелы тоже фантастически включены. Хотя я, может быть... Так, сделаем. Сколько? 50 можем сделать, да? Давайте сделаем 15. Прокачаем немножко. Хотя собак я отключал. Собак и пчел я отключал. Потому что, ну, меня очень нервировали. Сейчас пока поиграем только с модом. Посмотрим, что получится. Собаки здесь похожи, как в этом. Кто смотрел фильм, где в подземелье Мила Йовович раздает по щам всяким зомбакам. Вот такие там собаки. Скрэп — это мы делаем, перерабатываем металл. Вот, прокачался у нас смитинг до второго уровня. Чем выше уровень, тем больше цифр здесь, соответственно, на вещицы. Сначала у нас будут желтые вещи, черно-желтые, потом будут желтые, потом будут зеленые, потом будут синие, потом в конце концов наступит счастье и будут фиолетовые.
Но для этого нужно будет, я не знаю, скрафтить просто какое-то космическое количество топоров. Здесь вот у нас сейчас горящий биом, так называемый. Здесь желательно не наступать на еще угли. Так, банами. Где-то скрипит зомбак. Здесь горящие зомбаки ходят, с ними нужно быть осторожным. Вообще на начальных стадиях игры лучше с зомбаками в ближний бой не вступать. Где-то вот там. Возьмем, не знаю, только нам пока она не понадобится. Я, если чего, выкину. Там еще шипит. Валим отсюда. Стрелы я не стал вставлять, потому что переключать замучаешься, а количество их вы видели сами, 5 штук, ни о чем вообще. А стрелы это... Стали. Они хоть и хороши. Но очень быстро закончится. И таким образом толку от них не будет. Еще звонили. Ну, что он нам брики отдал свои. У него лед пердак не дает. Так, я подобрал cooking pot, ну, по-русски говоря, кастрюльку, вот она. Так, штаны мы сдвинем. Кастрюлька, это хорошо, мы можем вскипятить грязную воду. Что-то тут какая-то сгоревшая деревня, что-то. Еще cooking pot. Пистолеты. Что он вздыхает? О, вот я загорелся, блин. Не заметил. Пердак, блин. Скорее бы отсюда выбраться. Вместе с яйцами сварюсь, которые ты скажешь с собой. Еще купим пот. Скракнем на металл. Грязная и странный юмор разработчиков в виде какашек, которые они посчитали нужным добавить в унитаз. И типа этими какашками можно кидаться в другую. Ха-ха-ха-ха-ха. Как смешно. Нужна. Это всегда хорошо. Это уже когда у нас будет дом, печка, обеспеченная всеми делами, тогда можно пренебрегать консервами и выкидывать их, а пока что не нам нужны. Да он закончится уже. Кстати. Так.
Так, это на кухне. А, что-то нету уже. Так, раз, два, три, четыре. И вот это вот по единичке скрапнем, потому что здесь сделали такую фигню, что теперь скрапну, это мы не будем раскладывать, так скрапнем. Так, два сюда, это скрапнем. Кофе не буду выкидывать, понадобится. Скрапнем, выкину, нафиг он не нужен. Ладно, побежали. Да, что ввели? Ввели 75% скрапа. То есть, если раньше мы получали столько металла, сколько было изначально. Вернее, не изначально, а сколько нам. Короче, 100% количество мы получили, то сейчас мы получаем только 75%. Если я скрапну несколько вещей, допустим, две штуки. Банки какие-то были, то я получу одну металлическую фиговинку тунца за лук. Бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Где-то вот он. Присядем. Когда мы присаживаемся и зомбак нас не видит, ну или зомбак, или так, еще жив. Жив лёд. Что-то у нас пошла дорога вверх. Блин, я хотел пустыню. Попалась какая-то фигня. Ну, это пробная серия. Пробный звук, пробная серия. Я вообще раньше никогда не записывал летсплея. Стало интересно, решил записать. Сейчас я только что залутал хлеб. О, какой хлеб. А, ну да, хлеб и плесневый хлеб. Я его выкинул. Антибиотики, но я пока этим заниматься не буду, потому что для этого нужно все-таки помещение. Вот. И я подобрал клей. С клеем здесь, ну, не особо хорошо. Его можно сделать из костей, но чтобы получить костей много, нужно убить много животных. Это опять же тоже время. И на начальных этапах с охотой не алё. Потому что здесь ввели, кстати, тоже скилл пользования всякими штуковинами. Допустим, блин, тут уже температура 5 градусов. О, это город, по-моему. И это большой город. Да. Это большой город. Тот, который находится в центре карты. Вот я и думаю, что нам делать. Лутать большой город, это пипец как утомительно. Или лучше куда-нибудь свалить и там прокачать свое мастерство немножечко, а потом уже прийти сюда и полутать город. С голой жопой лутать город как-то не очень хочется, мне, честно говоря. Я только что переработал книгу. Книги лучше перерабатывать именно на бумагу, именно таким вот образом. Как сразу, да, я сейчас замерзну, наверное, здесь. Блин, что делать-то? Я не знаю, куда бежать.
Не, минус 40, да, я сейчас околею просто. Так, это все как-то не алло. Я рассчитывал на пустыню. На пустыню. Или, по крайней мере, на... Как она называется-то, господи? Саванна, как она? Деревьев особо нету. Все видно очень далеко. Так. Понасобирали всякой ерунды уже, и все, инвентарь забит. Здесь могут быть собаки, а нету ничего для ближнего боя. Блин, что же сделать-то? Можем сделать металлическую палку. Давайте сделаем тут что-то. И вот сюда ее положим. Сразу развеселился там. Иди ко мне. Мясо. А тут что такое? Еще нет. Рецепт принес. Я думаю, что он хотел. Он хотел рецепт сделать. На 9-миллиметровую, 9 миллиметров пули. Спасибо, чувак. Я это оценил. Блин, впереди опять снежный биом. Да что ж ты будешь делать, а? Вот я сейчас залутал одну штуку, которую скрафтил сразу. А вторую я выкинул. Это для того, чтобы в следующий раз, когда я сюда приду. Ну вот, минус 30 на улице опять. В следующий раз, чтобы здесь риснулся лут новый. Иначе удачи не видать. Так, порох я не нужен. Только порох, если ничего с ним не сделать. Блин, впереди опять зимний биом. А я с голой жопой и не сделать просто ничего. Вообще мне здесь сделать, по идее, нечего. Потому что... Вот 4, это 4. Потому что я ни черта не умею. Так, мы пришли оттуда. Сгоревший он вот по краю идет. Здесь лес, да? Мы пойдем оттуда. Может кто-нибудь выйдем нормально место. Там кто-то шипит, а? Можно скрафтить и дерево. Хлопковый. Или из травы. Но по моему опыту. Куда ты бегаешь? Опыта ее не хватит для выживания в зимнем биоме, а вон там весь город практически в зимнем биоме. Так, это у нас поташ, по-моему, да, который, с которого делается порох, но сейчас нам тоже не нужен. Мы его еще встретим не раз. Так что инвентарь у нас и так забит. часов. У меня самое длительное время стоит. Да что ж такое, блин.
Вот долбанный сгоревший биом вообще полностью охватывает весь город. Вот уголь. Там медведь, ладно, мы не пойдем туда. Что, медведь опасное животное, нападает на всех подряд. Да, город здоровый. И медведя просто дохренища хватает. Какие-то добрые рецепты носят. Я магазина никакого не заметил пока на окраине. Обычно так бежишь вдоль города и видно какой-нибудь магазинчик. Где-то тут скрипит. Подгорелая жопка со светящимися глазами. Называется протянул ногу. Так я рюкзак ее только что где-то. Где-то я вижу рюкзачок. Или он показался? Ладно. Не будем тратить время, побежим дальше. Не вижу тут дым. Комп и так. Не алло. Игра не оптимизирована. Тоже. Ух ты! Нам дали пистолетик и целых два патрона. А вот и пустыня. Вот это да. Вот это клево. Вот это везение. Вот это обалдеть. Наверное, я своими словами что-то где-то разбудил. И нам офигенно повезло. Вернее, мне офигенно повезло. Я оказался рядом с пустыней, или это не пустыня, это какая-то узкая полоска пустыни. Пустыня чем хороша? Тем, что кактусы обеспечивают еду и просто кучу травы. Интересно, автомобиль валяется просто посередине пустыни. Так, кактусы обеспечивают еду. Здесь можно найти хилки. То есть вот собирая алоэ, можно зигзагать. Есть все, в принципе. Дерево есть. Все вещи есть. Мы пока не будем тратить очки. Так, я не знаю. Это дерьмовый дробовик, нам надо. Это может тоже понадобиться, потому что пустыня. Если мы начнем перегреваться, а здесь ввели температурный режим, да-да, то мы напялим на себя шляпку. И сразу станет хорошо. Кстати, вот сейчас покажу, что пока. Вот. Это не только трава, но и жирота. Плоды юки. Они хоть и не намного, всего лишь на четверочку увеличивают насыщение, скажем так, да? Но я вот думаю, куда нам двинуться. Травы можно нарубить очень быстро. Куда нам двинуться после того, как от города далеко уходить не хочется. Рядом. Ох,
хочется одновременно сделать не рядом с городом, подальше. Поэтому как-то надо выбрать оптимальное место и затусить. Вообще было бы прекрасно. Так, нам надо топорик новый. Прекрасно. Да, в руку. А у нас был только топор. Ну ладно. Было бы прекрасно найти дом, который оставили жильцы. И туда все лица. Желательно, чтобы он был на открытой местности. Какого-то мы нарубили 215. Вдох идет слева. Так, у этих зомбаков, по-моему, бывает еда иногда. Поэтому мы сейчас... Недолет. Сейчас он придет. Skill construction tools now level 4. Это хорошо, но это пипец как низко. Скиллы. Против корпусов топор хорош. Но топор... Но... Ты куда попёр? Вот собака тупая, забыл где. Ну чё, вспомнил? Давай сюда. Она меня не видит и забыл, что у неё появилась эта стрела. Куда она взялась, забыл. Кстати, новая версия 13. Ничего у тебя нету. Чем отличается от предыдущих? Блин, нету. Что зомбаки, если ты к ним повернут спиной, зачастую подкрадываются просто бесшумно. Вообще молча. Они не шумят, ничего не делают, ничего не говорят. Просто ты стоишь, а тебе дыдыщ подачи. Но если ты сможешь к ним повернуться, он сразу приветствует тебя. Говорит. Здорово, чувак. Так, юку мы пособираем, из нее можно сделать напиток. Так что в пустыне мы не умрем от жажды. И этот напиток можно пить. Не готовя. То есть нужны только банки пустые. 4 листика юки. Это коричневые листики, которые растут из земли. Так, сколько у нас трава? Ого. Конечно, не так много, как понадобится вообще для крафта. Ну, прокачать мы что-нибудь. Домиков убиваем, лут. Это нормально. Вообще, чтобы с комфортом выжить в первые дни, это... Нужно хорошо стартануть здесь, сэр, да и стутаешь. Я, помню, начал играть, вообще ничего не знаю. Абсолютно не врубаясь в этой игре. А где-то, наверное, я прочитал, что... Крафтим еще топорик. Прочитал. Ну, это же этот уровень. Что нужно уходить под землю. Ну и как я это воспринял? Я выкопал на земле большую землянку. Потом эту землянку начал немножко увеличивать.
еще увеличил, еще увеличил. В итоге она рухнула. Вся. О, я не умер, я жив остался, слава богу. Но у меня получилась не землянка, а такой котлован. Я понятия не имел, что зомби здесь приходят каждые 7 дней. Я думал, ну, поэтическое название. 7 days to die, сдохли там за 7 дней, и все, что нормально. Оказывается, здесь вся фишка в том, что каждые 7 дней к себе приходят зомбики. Целая толпа, гости. Ну, типа как вечеринка. В том фильме, где он через объяву дал в Фейсбуке, и к нему прикатило полгорода. Поначалу к нам приходит не полгорода, поначалу приходит в первую неделю безобидная толпа. Ну, это зависит тоже от настроек еще. Но там нету полицейских. И нету инопланетян этих бессмертных, как некоторые говорят. Особый вид зомбаков, которые имеют ценный лут, но они их замучаются, короче, убивают. Я помню первый раз, когда увидел такого бессмертного и начал стрелять ему в голову из пистолета. А эта падла никак не хотела умирать. Я, честно говоря, тогда офигел. Он вообще не убивается. Ну, выпустил, по-моему, сколько я не знаю, с перепугу, я не помню, чтобы 20 пуль наверное, в голову, я его успокоил. Короче, такие зомбаки придут только на третью неделю. То есть это будет, получается, в 21 год. Ладно, я буду дальше бить, крафтить и местность осматривать. В следующей серии посмотрим прогресс. Как говорят на ютубе, всем удачи. Всем пока. Чё? Нет. Ну, наверное, только что отпустили его.